рассказывает Александр Хабаров. В конце 20 века Великобритания пережила нашествие. Неопознанные летающие объекты кружили над королевством, как снежинки в зимнюю метель. Один из местных жителей ехал ночью на автомобиле и вдруг увидел, как к нему приближается целое созвездие. Он остановился, и в этот момент на него обрушился поток яркого света. Свечение продолжалось около 5 минут. После в машине не работало радио, отключился мобильный телефон. Над исследователями, которые занимаются проблемой НЛО, часто подсмеиваются. Их обвиняют в том, что они нередко выдают желаемое за действительное. Но справедливости ради, чудесами в небесах интересовались далеко не последние умы человечества. Так известно, что в Великобритании премьер-министр Уинстон Черчилль был всерьез обеспокоен летающими тарелками и даже потребовал от своих подчиненных разобраться и доложить. Судя по тому, что опубликовано сегодня, разбираться предстоит еще довольно долгое время. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Лондон.